Итак, ну что же, всем привет, с вами Марк, и сегодня мы начинаем проходить Hitman Trilogy. Это, в общем-то, сборник, где у нас есть и первый Hitman, и второй, и третий. Приобрелось я тут геймпасс на ПК, и такой, еще бы, может, что-нибудь поснимать вообще. Вот, и, собственно говоря, решил скачать Хитмана и пройти уже его. Я помню, что когда еще первый Хитман, по-моему, только вышел, я помню, я в него играл немного, я вот так и не прошел. Но это не важно, мы будем проходить все три части. И начнем с пролога сразу же. Я проверял уже игру. Немного, как она вообще тянет. Не тянет, все хорошо. Надеюсь, что на видео тоже, на записи все будет отлично. Вот, но вроде пока все хорошо. Учебный комплекс. 99-й год. Окей. Так, сейчас. Опа. Здорово. Здорово, Хитман. Так, ну что, погнали. Да, нас тут учат управлению. Давай, погнали внутрь. У нас сохранение, все хорошо. О, здорово. Хорошо, будем знакомы. Besides, from what I hear, you have a few of your own. I'm not like you, in case you're wondering. I'm in the handler program. Agents and handlers work in unity. You know the expression, know your enemy? Well, that part is my job. Knowing your enemy is only half the victory. I know. You also need to know yourself. I'm working on it. I read your case file. Impressive work. Partly textbook, but I suppose field work never is. Tell me, what did it feel like, taking lives? Random. Disordered. Is that why you came here? Why you let us test you? Maybe I'm not the only one being tested. Well, we are here. Basic training starts at 0600 hours. Okay. I should leave you to prepare. Да, нам надо подготовиться. Надо вспомнить, как в это играть вообще, потому что, опять же, я последний раз играл в Хитмана, ну прям очень давно. Are you sure about this? Ага. I am. There are no second chances, Miss Burnwood. А, не, нам еще не дают поуправлять нормально. May I inquire why? Стреляться. A blank slate, antisocial, apathetic and unresponsive. No doubt the boy shows promise, but... Perhaps I see possibility where others see limitation. Isn't that what a handler does, sir? We'll see. Anyone can kill Miss Burnwood. He still remembers nothing? If he does, he's not sharing. We will check up on his story. The hospital in Romania. In the meantime, keep him under close watch. Окей. Ну что, загрузка. Пошла загрузочка. И... Welcome to advanced mission training. Ох, тренировка. This operation originally took place... А, я помню, я вот это играл, кстати, да. Было дело. Но это было очень давно, опять же, там, блин, несколько лет назад. Isolate and eliminate your target and exfiltrate, all without arousing suspicion. Ага, нам надо его устранить, просто свалить, да? As an ICA agent, you are the most dangerous person in any room. Окей, без проблем вообще. Will get you nowhere in this business. And a true assassin never calls attention to himself. Ну, конечно, не привлекает. Good luck, initiate. Новичок. Ну да, мы тут еще чисто новички. Ох, да, я вспоминаю. Вспоминая так, можно садиться. Окей, погнали внутрь. Так, инстинкт. Контрол. Так, ага, у нас есть пистолет. А, что, вы нас не пустите? Окей. Так, подожди, а тут можно пройти? Ага, тут можно перепрыгнуть. Так, ну вот этого чела. Да, нам надо его усмирить. Ага, тут жать надо. Понял. Ну, надо с ним... Ага, вот, маскировка. Отлично. Так, ну его труп-то надо куда-то убрать. Так, а куда бы его убрать? Блин, нас главное, чтобы не спалили.
А, вот, сюда же нам надо, да, все, я понял. Я тупой, просто я не увидел. Да, нам надо его запихать, чтобы его никто не нашел. Ну, понятно, что тут не скоро найдут. Это очевидно. Так, ладно. Сохранить и загрузить. Игра сохранится автоматически. Да-да-да, спасибо. Да, тут они нас не спалят. Естественно. А как мы себя, естественно, должны... Так, стражники. Люди с значком стражника сочтут вас подозрительными. Подайтесь им на глаза. Hold on. That mechanic with his back turned, he's what we call an enforcer. He knows his crew and he'll see right through your disguise. So stay out of line of sight. Да, главное перед ним не стоять, все главное зайти внутрь. Start by locating your target. Intel suggests he's around the bar area. У бара. You're in. Well done, initiate. You don't waste any time, do you? Suppose on a boat like this. Ага, нас его уже показывает, я понимаю. А, идите. Ага. Это моя цель. Ну понятно, что много свидетелей. Так, мне надо как-то... Да блин, ну смиреть-то я не хочу. Я сделаю вид, что это ля-ля, здорово всем. Так, я пока беспалевно попробую за ним пройти. Они пока идут наверх, нам главное не попадаться сейчас. Так, а у нас так на контроле будет показываться, да, если... А, ну, конечно. Так, а что нам делать? Нам надо кого-то усмирить. Ну, тогда вопрос, кого? Так, стоп. Сейчас, минутку. Здорово, здорово всем. Вот нам открыть. Ух ты, нифига. Метание предметов. Бросать тупые предметы в людей, их можно временно оглушить. Если их найдут, то поднимут на ноги. Че, можешь его и грохнуть? Как думаете? Well, that's gonna leave a mark. Good thing we have insurance. Так, мы переоделись. Okay. Unlike mechanics, the cabin crew is allowed upstairs. Подожди, я могу его... куда-нибудь сюда запихать. А, давайте уже все закинем просто и все. Какая разница? Так, механик. Гаечный ключ. Ну, возьмем. Можно его куда-нибудь спрятать? Или это будет... Подождите, а интересно, а игра засчитает, что это подозрительный предмет, гаечный ключ? А если, например, захочу там что-нибудь пойти починить, например? А, так, стоп, нам куда? Нам направо. Так, ты нас пустишь? Здорово, здорово, да. Здорово, привет. Мы с тобой виделись. А, наш, убрать предмет. Конечно. Так, стражник Риттер. Риттер знает свою команду, предупреждает работать за барной стойкой, он вас не заметит. Ладно. Ты с окружением. Ага, чтоб подслушать, окей. Да, мы тут работаем. Чисто. Лысый хитман. На страже бара. Так, ну хорошо. Ну там тоже хитман, что ли, стоит еще один. Так, ну что, он долго будет, это? Нам надо подождать. Мистер Норфолк. So good of you to fly down. Can I offer you a drink? Oh, no, thank you. No. Not before six. My wife is very insistent about that rule. Неудивительно. Сочувствую чисто. So, excellent timing. I just had the computer set up in my office. Yes, please. Lead the way. Nice impression. If we win, you can fix me a drink. Anyway, sounds like Ritter is about to have a private meeting with the gentleman in white. This could be useful. Хорошо. Мы идем за ним. Идем беспалевно. Блин, там еще один хитман. Так, ну сейчас мы подождем, пока они пройдут. Надо, чтобы нас не видно было. Так, сзади обойти. Да без проблем. Так, ну брать предметы красивых не буду. Очевидно.
Опа. А, во, все, отлично. Давай, давай, ищи. Most of my clients are art collectors. So what is it anyway? Some type of reactor? Well, not just a reactor, Mr. Ritter. It's more of a revolution. 50 years ahead of its time, maybe even more, maybe 75 or 100. То есть нам тупо надо сейчас следить. Блин, чисто на стелс. Я на самом деле не особо люблю стелс. Но почему бы и нет? Так, снаряжение. Снаряжение. Так, а тут обязательно, блин, крутить незаконный предмет. Вообще похер. Так, зависит от того, что костюм, некоторые предметы считают запрещенными. Так. Ну, это понятно. Можно вот этого тоже грохнуть? А. Мне похер. Да. Да блин, а чё? Я тоже хочу его застрелить. Может замаскировать? Хотя не, навряд ли. Блин, ладно. Я, кажется, зря это сделал. Знаете, чисто по рофлу это сейчас сделал. Так, ну нам вот этого надо спрятать. Да, вот это я, конечно, херово сейчас сделал. Я вас я тут брошу. Пусть он валяется. Так, а этого? Так, а, нам просто покинуть же надо. Я тут два трупа оставлю. И свалю. Офигеть, конечно. А, блин. Тут же можно в шкафу их спрятать. Давай. Я устранил. Тех, кого тут можно... Точнее, этого, боже, чего не слуху. Свидетели, короче, я. Давай сюда тоже. Залезай, чувачок. Тебе тоже тут делать, в общем-то, и нечего. Так, а нам надо убрать пистолет. Ну и, собственно говоря, уходим. Окей. Так, ну мы беспалевно уходим. Все окей. Все супер. Просто-напросто уходим. Да, опять же, не идеально я выполнил, но я не сдержался, знаете. В данной ситуации. Я просто не сдержался. Так, а может надо было переодеться? Да не, ладно, похер. Тоже может добежать. Все, закончим миссию. Отлично. Но мы ее прошли, ну да. Не совсем элегантно все же, но все-таки. Но мы сделали это. Это было, ну это было несложно. Это опять же пролог. Я не знаю, что там будет в основной части. I told you he had talent. His stats are off the charts. Such skills and reflexes. They could only be the result of previous training. Power like that, with no moral restraint. He could be dangerous. I thought that was rather the point, sir. All agents have weak spots, Miss Burnwood. Pressure points to keep them in check. But this one... Perhaps it would be better to just... Give me a chance, sir. Give him a chance. I will take full responsibility. Very well. It's your show. Окей. Отлично, е, мы крутые вообще, прям супер крутые. Welcome back, initiate. Угу. As an ICA agent, every challenge you face can be overcome in multiple ways. Понял. Complete this exercise again. This time attacking from a different angle. Vary your strategy. Improvise. We will be watching. А, так, свободная подготовка. Так, по устранению, каким выбирать вам? Рекомендуем найти как можно больше. Так, проверено, поднимись на яхту. А-а-а-а-а. И что, это мне типа разными способами еще? По факту-то мы прошли. По факту-то мы прошли. Но
такое прям. А утопив его, ничего себе, тут даже можно так. Ну хорошо, ладно, давайте попробуем. Переодевшись охранником. Окей, так, как нам это сделать? Ну, я так понимаю, нам надо будет идти опять тем самым способом и сделать абсолютно то же самое. Нарушение территории. Да, ладно. Так я сейчас этого грохну просто и все. Давай, 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 бро. Отдыхай. Так, мы замаскируемся. И, короче, сейчас мы его перетащим. Давай. Иди сюда, бро. Бра, иди сюда. Сейчас мы тебя опять сюда зафигачим. И прям сюда, да, тебя в шкаф. Да мы в курсе уже. Я не знаю, есть ли смысл вообще проходить со всеми вариантами. Ну, то есть, это прям такое. Мне кажется, достаточно хотя бы один раз пройти. Но тут нас, я так понимаю, заставили, да? Вот. Я бы уже лучше пошел проходить дальше, как бы, но окей. Раз уж просят, то просят. Ладно, сделаем. Здорово. Так, вот этот чувачок нам не нужен. Нам нельзя попадаться ему на глаза. Нам надо, короче, как-то охранника грохнуть. Вопрос только как. Нам нужно найти. Где мы... Так. Привлечение внимания. А, извини. Ой, блин. Не то нажал. Все, все, сорян, сорян. Бро, я такого не ожидал. Пошел нафиг. Нифига его толкнул. Так, нам вообще нужен вот этот охранник. Ну блин, я же не могу его просто здесь грохнуть. Логично. Так, хорошо, мне надо где-то найти охранника. Где он один стоит. Блин, так, отсюда мы пришли, да. Тут очень много людей. Тут прям до хера людей. Ой-ой-ой. Так, знай, кто-то знает о вас. Чтобы узнать, кто именно использует инстинкт. А, использовать инстинкт надо. Сори. Блин. Не знаю, может как-то забайтить? Надо что-то придумать. Есть туалеты. А, точно, мы же на контроле. Можем посмотреть, кто и где находится. Внизу есть... чел, которому я прям очень хочу подойти. Он там один был. Вот, блин. Да, он там где-то внизу стоит. Толпы. Так. Да, блин, непривычно. Да тут даже не это. Главное, мне надо спуститься вниз. Что тут? Нихера, понятно. А, пока в этом костюме. Так, окей. То есть я видел, он там вроде бы один. Мне нужно как-то попасть вниз, по идее. Я не знаю, серьезно. Как мне побыть охранником? Так, это не охранник, кстати. Боже, а вот это? Вот это охранник. Так, может быть, попробовать проследить за каким-нибудь охранником? И попробовать его по итогу грохнуть? Просто внизу там был, вроде бы. Но я не могу понять, где он точно. В этом проблема. Вот, например. Но если его грохну прямо здесь, это палево. Блин, так, нейтрализация. Можете людей выполняют. Так, ну это понятно. Так, а нас уже кто-то спалил, да? Подозрение. Точно, подозрение. Это наоборот хорошо. Че, он ко мне не идет? Ко мне никто не идет, да? Это хреново. Это хреново, но они меня разыскивают, да. Так, что-то они базарят. Мне нужно, чтобы он, короче, спустился сюда. Тихо. Сейчас. Подожди. Это самая тупая, конечно, идея сейчас. У меня других вариантов нет. Сейчас мы его засунем сюда куда-нибудь. Ой, блин, тут... Тут челы были.
Ладно. И, ладно, я уже порофлю. Похер. Я уже чисто порофлю, знаете. Найдено тело. А, тело все-таки нашли. Давайте попробуем прям по хардкору как-то это пройти. Так, окей, убираем. Так, куда вообще нам надо идти? А, вон, нам его надо устранить. Так, а тут? Сейчас. Станем. Я чисто хочу попробовать по хардкору пройти, знаете. Это, конечно, тупо сейчас, но почему бы и нет? Я, конечно... Ой, блин, извини, ребят, это не сюда. Так, окей. Нам надо на второй теперь, и надо забайтить того чела. Окей. На этом вообще похер как-то. Ну, меня спалят, я так понимаю, да? Здорово, чел. Я пройду, пожалуй. Тебе ж похер. Ну, тебе, в общем-то, и похер. Так, ну, если я сейчас встану, наверное, тупо будет. А, я понял. У меня этот палит. Тихо. Блин, да меня палят. Иди нахер. Чел, иди нахер просто. Блин, какие они умные здесь, слушай. Они тут очень умные. И главное, что вот этот вот персонаж просто свалил. Мне нужно, чтобы он свалил. Так, мне опять палит этот хитман. Как его буду называть? А этим вообще похер, они стоят, разговаривают. Так, ну, сейчас ждем, пока он, в общем-то, начнет валить. Сейчас он базарит. Это, конечно, очень тупо я сейчас сделал, признаю, но... Ну, слушайте, пока все окей. Но там трупы найдут 100%. И я уверен, что я сейчас завалю эту херню. Вот, они начинают валить. Сейчас хитман с ними пойдет, по идее. Нет? Что, базарит дальше? Я же не могу при всех убить, да? Логично, логично. Блин. Но меня и хитман напрягает, и вот этот чел справа. Он меня тоже палит при том. Ага, он начинает валить. Ну, хитман, давай. Пригляди за ним. Ну, давай, сделай уже что-нибудь. Но он стоит просто в тупую. Может быть, обойти? Я не понимаю, что он делает. Ну, походу, он уходить не собирается. А как мне его устранить тогда? Так, окей, давайте попробуем, короче, сейчас сделать... По-другому. Мы сейчас свалим. Пойдем с другой стороны. Что он делает? Давайте отсюда посмотрим. Блин, меня опять палят там. Меня опять палят. Надо за ним встать. Security guy, да. Именно security guy. Так, я думаю, куда-нибудь сюда встанем. Нормально. Так, вот и он. На нас пока никто не палит. Слушай, как бы его выманить? Так, подожди. Подождите. Так, а где... Я не знаю, тут можно ли посмотреть где-то... Так, я могу слиться с толпой, например. Я могу только смирить. О, ну иди ты, ёперный театр. Ну я же реально не могу его убить просто так. Он же меня спалит. Но он вообще не собирается валить. Я пока так встану. Он что-то там пишет. Блин, ну много свидетелей, да? В прошлый раз, то есть он свалил, это было легко. Но тут он не собирается сваливать, я понял. Он просто заскриптованный тут стоит. Меня вот этот чел вообще, конечно, напрягает очень сильно. А, меня палит. И меня спалили. Так, окей, понятно. А, меня спалили, нет! Что случилось? Чё? Кто Ю? Кому он это... Кому он это говорит? Вас ищут. Так, ваша маскировка раскрыта. Нет! Нет! А, имитация, ничего, тут имитация даже есть, прикольно. Ло. А, они меня все-таки спалили, да?
Ой! Сейчас война начнется. Давай, давай, рукопашная. Может тебя грохнуть просто. Блин, я даже не могу. Блин, подожди. Что было сейчас? Что это за херня? Не, подожди. Короче, ладно, я не хотел особо-то проходить эту миссию. Я просто хотел посмотреть, что да как. Ну, получается, мы пролог же прошли. Я правильно понял? Ну, по идее, да. По идее, да, я думаю... Так, ну, по сути-то... Подождите. Свободная тренировка и последнее... А, нет, смотрите, у нас последнее испытание. А, свободное, это просто нам надо все-таки попробовать. Ладно, давайте еще раз попробуем. Может быть, каким-то другим способом. Я не знаю. Это все-таки, знаете, для прохождения хотя бы одну нужно пройти, я так понимаю. Не, давайте попробуем все-таки, окей. Я все же хочу попробовать, может, по-другому как-то. Использовать только при ЧС. А, так, что-то не на месте. Разместите оружие так, чтобы его нашел охранник. Так, спрячьтесь в шкафу. Крысиный яд. Какие-то охранник с помощью генератора. Подожди. Крысиный яд можно даже найти, ничего себе. Поднимитесь на яхту. А, подожди, там... Ну да, не, все-таки я хочу, может, попробовать? Что? Тут было оружие? Я только сейчас заметил. Тут, оказывается, было оружие, которое... Блин, оно у меня видно. Ну да, и все видят, что у меня оружие. Я могу, конечно, по рофлу всех расстрелять. А, смотрите, тут оружие прям реально есть. Монета, там есть как раз, да, с монетой было. Маневр, да-да-да. Блин, как бы мне пройти так, чтобы они меня не увидели с оружием? Меня палят. Не, конечно, я мог бы их расстрелять просто в тупую. Я люблю так делать. Но, блин, мы с вами в стелс-игре все же. Это нужно понимать. Я думаю, мы просто задушим по классике. Да, не будем ломать ему шею. Пожалеем. У меня есть идея, может, побольше людей убить как-то. А что будет, если я всех расстреляю? А, хотя, по-моему, тут такое нельзя, насколько я помню. А, тут они все равно чуть ли не бесконечные. Ну, то есть будут спавниться, поэтому... Просто так, конечно, не выйдет, к сожалению. А хотелось бы, знаете, а как хотелось бы. Тело спрятано. Окей, погнали. Ой, да блин, они палят. Подожди, а как можно... Можно ли как-то выкинуть... Оружие. Вот, ну, например, мне оно нахер не нужно. А, можно, кстати, можно, можно. Так они меня не будут палить. Все хорошо, всем привет. Мистер Монета. Эй, здорово. Так, ну мне, кстати, интересно, а что будет, если я там пойду? Я хочу туда пойти, но знаете... Блин, меня спалят. Вот этот хер. Он меня спалит, к сожалению. А можешь ему монетку закинуть? Я просто... Блин, он меня спалил. Или ищут... А вам нужно сменить маскировку. Отмычка. А, понял, блин. Меня, к сожалению, спалили. Нет, я все-таки, знаете, хотел попробовать это. Все-таки паров... А, он за мной пошел. Подожди. Блин, он меня сейчас опять... Не, я хочу прям эпичненько все сделать, но пока у меня не особо получается, если честно. Маскировку сменить? Базару ноль. Иди-ка сюда. Смотри. Ой, сломаем тебе шею, наверное. А не, нормально. Так. Маскироваться. Так. Тащить. Потащим тебя прям сюда. Окей, все. Так, а нам-то охранник вообще по-хорошему нужен, да? Давайте молоток, наверное, возьмем тоже. Почему бы и нет? Ой, я Е нажимаю, там F. Ладно. Так, вот этот хер. Но мне нужна это... Охранник, одежда. Здорово. Да, здорово. Так, ну я так понимаю, лучше вниз пойти, да? Или куда-нибудь там. Блин, ну тут охранников-то нет. А, подожди, а теперь-то я... А, блин, мы здесь не пройдем, да? Ай, блин.
К сожалению, да, есть. А, блин, все, я понял. Я ж тут его убил. Так, а где охранник? Я хочу как-то прям красиво все сделать, но, блин, это здесь сложно. Так, нам опять нужен охранник. А, подожди, ты же меня можешь пропустить? А, ну да, он меня может. Так, вот эти двое здесь стоят, да? Там опять этот лысый хитман стоит на охране. Так, 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 так. Вот там вот они с толпой людей. Опять же тут хитман. Есть мне его смысл убивать? А вот если я его убью, например? Ну так вот. Возьму и убью. Есть вообще толк от этого? Но мне нужно именно охранника. Мне вот этого надо грохнуть. Вопрос то... Ага. Какие-то подозрения у него возникли, окей. Хорошо. Мне нужно опять, блин, найти одиночного охранника. Тут их двое. А вот и он. А вот ты и ты, братанчик. А вот, оказывается, тут еще один же этаж был. Как я об этом не догадался? Вопрос только такой. Как я сразу об этом не догадался? Так, я могу его куда-нибудь засунуть здесь? Оружейные ящики. Так, понятно. Ай, блин, я его не могу, да, никуда себя кинуть. Я так понимаю, тут ничего нет, да? Из того, что я... Ага, тут, кстати, есть вот такой вот вариант. Несчастный случай. Вы можете бросить спасательную шлюпку на нижнюю палубу. Для этого используйте лом или подорвите взрывчатку. У меня лома нет. Лома нет. У меня, к сожалению, нет лома. Так, ну этот теперь все, труп валяется. И вот этот хер опять там стоит. Так, я могу себя профлу залезть? Ну, я, окей, я могу себя залезть. Хорошо. Могу перепрыгнуть. Я вижу этого хитмана, опять же. Мне нахер не нужен. Мне нужен тот чел. Мне нужно его как-то убить. Келвина вот этого надо устранить. Возникает только один вопрос. А как я его должен устранить? Вот надо как-то привлечь его внимание. Опять же там... Гребаный хитман. Он мне все портит. Не было бы этого хитмана, было бы намного проще. Хорошо, давайте думать. Но он опять же никуда не уходит. Мы это поняли. Он никуда тупо не уходит. Хорошо, у меня есть идея. Может быть, убить его сверху? Просто при всех застрелить и свалить? Кстати, а почему? А можно так, интересно? Давайте попробуем. Мне просто даже интересно. Могу ли я его прямо отсюда убить, чтобы меня никто не увидел? Абсолютно никто. Или меня видит? Ну, вроде меня не видит. Меня никто не видел. Слушайте, смотрите, меня никто не видел, да? Найдите выход. Нам надо найти выход. У нас есть несколько вариантов. Так, подозрений нет. Блин. Ладно, бежать смысла нет. Это слишком палевно. Так. Хорошо. Я побежал. Let's go. А, у него вообще похер, да? А что, так можно было, что ли? То есть я его просто у всех там убил сверху и все. Серьезно? Ну вот, смотрите, я все-таки нашел способ. Оказывается, так можно было сделать. Ну, в этот раз я, кстати, никого лишнего не убил. Что важно. Не, давайте там последнее что-то там было, да, в прологе. Мы сегодня пролог только пройдем и нормально, как ознакомительно. Там уже дальше будем проходить игру. Фух, ну это было... Ну, слушайте, мне нравится реально эта игра, то есть... Результат долг... Да, вы свободно прошли, да, все, нам дали достижение. Не знаю, вам видно это или нет.
Но, блин, это было... Мне нравится, слушайте, мне очень нравится эта игра уже. Да, я, конечно... Она в какой степени может быть сложной? Конечно, мы дальше посмотрим. Но, блин, это круто. Когда ты можешь разные варианты искать. Это прикольно. Миссия выполнена. Это еще прошли... Так, последнее испытание. Конечно, последнее испытание. Какое там... Вау, интересно, очень интересно. Romania was a dead end. You're saying that he lied? Place is real enough, deserted, but we found no trace that your man was ever there, or anyone else for that matter. Someone erased his steps. Hmm. We'll keep digging, of course, but frankly, it's as if the earth just spat him out. Are you still determined? Does it matter? I was told there'd be no second chances. Don't believe everything you hear, Miss Burnwood. My decision stands. Very well. I'll be watching. Так, ну что, все, давайте погнали. О, ничего себе, на реальном задании. The high point of training director Soda's career as an active agent. The target was Jasper Knight, a famous U.S. chess master, exposed as a Soviet spy. Ух ты, советский шпион, интересно. Military airfield in Cuba and eliminated him against all odds. This will be your objective as well. Now listen carefully. Что? ICA exams aren't normally this difficult. Not only was the airfield a virtual fortress, but he even added additional guards. Sodas wants you to fail. He considers you a threat, and this way, your unfortunate exit from the program won't raise any eyebrows. Well, if he thinks we're bowing out, he is sorely mistaken. Окей, погнали. Good luck, initiate. First things first, we need to gather some intel. Now, you didn't hear this from me, but I would eavesdrop on the two mechanics just beyond the fence. Подслушаем. Диалоги могут быть очень важными. Слушайте внимательно. Окей. Did you print out the safety protocol for the jet? It's on the clipboard. Look, we really have to do this. Things considered. We're putting a pasty-faced egghead inside a Mach 3 fighter jet. Yeah, I kind of think we do. Появление так сюжетного. Так, вы получили важную информацию, которая позволит вам завершить миссию уникальным, очень интересным способом. Следуйте указаниям, примите полученные знания. Так. F1. So, Jasper Knight is leaving Cuba on a Soviet fighter jet. But first... Так, ну я, блин, все пропустил. Что у нас тут есть? Молоток. Так, мы его спрячем и прыгнуть. Right. Let's get you inside. You'll need a fitting disguise. А, кстати, тоже в кустах можешь спрятаться. Ну, это классика жанра. Скрытность. Враги не заметят нас на расстоянии, если вы сидите в кустах. Вы также можете прятать тела и предметы. А, выманить его. О, монета. Я вот как раз про нее подумал. Чё, бро? Да, и умер. До свидания. Так. Испытание завершено. Вы завершены испытанием. Да-да-да, понятно. Так, а куда мне его бы? Все, могу? Да, могу. Слушай. Ух, как все красиво. Окей, нам надо как-то теперь... Так, но здесь я не могу пройти, да? Да, я здесь не могу пройти. О, всем насрать. Тут можно идти спокойно. Тут как бы нас не должны спалить. Ни у кого не возникнет чего у него подозрения. Схера ли это? Схера ли это у тебя подозрение, бро? Окей. Техника безопасности. Да, это понятно. Нам нужно найти механика.
Так, ну главное никому на глаза желательно не попадаться все-таки. Perfect. Now be gentle. He's an actor. Hey, back off a bit, would you? Ну, а я тебя что, убить не могу? Подожди, а почему я его грохнуть не могу? А, блин, я на... Извините, я немного это... затупил. Я, короче, по привычке путаю постоянно кнопки. То есть я нажимаю... Там надо на Q нажимать, а я нажимаю на G. И это тупо. Куда мне тебя спрятать-то? А, вот сюда. Давай, давай, давай. На, нафиг. Полежи здесь, бро. Полежи, полежи. Ой, ребят, всем привет. Так, сейчас мы должны в самолет залезть. Истребитель. Отлично. Так. А что мне, с другой стороны, я так понимаю, надо туда идти? Я тут чиню, ребят. А, да-да-да, с другой стороны надо было. Right. Now to set the trap. The ejector seat mechanism has been disabled. Гаечный ключ. А, он у вас прямо здесь лежит. Я думал, это надо что-то искать. А нет, тут все легко. Заканчивай перед завершающим ловушку. Установлена... Well done, initiate. I dare say this is an accident waiting to happen. Окей. Так, найти с помощью инстинкта Джаспера. Вот этот, который сверху, что ли? Это же он? Да, вот он. Ну, пойдемте его найдем. Так, убираем инструмент. Вопрос есть такой, а как попасть наверх? Блин, я никак не попаду туда. Ну, в плане с той стороны, которую я пошел. А, все вижу. Так, а бегать можно? Тут, не, ну просто тут есть подозрение, если я просто на джипы. Ой, на G говорю, на G надо. Нужно. Ты дай мне пройти. Jasper Knight, we gotta go over the safety protocol. Follow me, please. Ugh. Must we really? Is it dangerous? Well, it must be, mustn't it? Why else would there be a safety protocol? I'm not crazy about airplanes. Is it going to do that thing where it flips on its head? I don't like that one bit. Not one bit. Don't worry. You're in good hands. This way. So are we doing this or what? Давай уже. You're almost there, initiate. All you need to do is read him the instructions in the manual by the jet, and Knight will take care of the rest. Boy, is he in for a ride. Ты чё, тупой? Пошли. О, наконец согласился. А если я прям при нем этого чела убью? Ладно, мы так делать, конечно, не будем. Давай, 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 иди за мной. Иди за мной, братан. Погнали. Let's go. Давай, давай, иди. Все, супер. Пока все нормально. Слушайте. Пока все нормально. Иди сюда, бро. Okay. Так, соединение с толпой. Если вы смешались с толпой, так, раскрывшие не могут вас обнаружить. Hey, Mr. Knight. Climb in the cockpit, please. Давай, давай, я за тобой смотрю. All right. Easy. One. One step at a time. Step one. Strap yourself in. Okay. All strapped in. Step two, locate the ejector seat handle. Yes, found it. Step three, pull the ejector seat handle. Right. Here it goes. Pull. Ooh. Hey, нифига. Functioning jet. Anyway, you did it. Excellent work, initiate. Нифига. Вот это рофл, конечно.
Это, наверное, лучшее вообще убийство в истории, блин. А, что, блин? Так, куда-то я забрел не туда, мне кажется. Так, а как мне отсюда уйти? Ребята, извините. Ой, это туалет. А, не, все, я все правильно делаю, тут окна нет. А у этого не возникло подозрение, что типа рабочий сваливает? Не, похер. Все окей. Ух! Ой, блин. Все, прошли. Отлично. Нас даже никто не спалил, получается. Ура, мы устроились на работу. Мы крутые вообще. Классно. Слушайте, мне нравится эта игра, она очень прикольная. Я, честно скажу, не особо люблю стелс вообще. Я люблю, наоборот, рашить там еще что-то. Но, блин, ну это интересно. А, вот, это нам разные варианты показывает. Ну, мы все по классике сделали. Окей. Можно было это сделать интересней, но я буду как получаться. Как будет получаться, так и буду делать. Ну, слушайте, новый личный рекорд. По итогу я все правильно сделал. Незаметно, кстати говоря, меня так никто и не спалил. У нас уже второй ранг. Че, третий еще будет? Третий ранг даже. Отлично. Тактическая водолазка у нас теперь есть. Отлично. Так, а дальше у нас сюжет, да, начинается, я так понимаю. I hope you know what you just did. The chopper leaves at dawn. Now get out of my sight. Ну, это уже будет следующая серия, есть там. Первая миссия сейчас будет. You go back into the world. Disappear. Stay on your own and on the move. When we need you, we will contact you. And so does. He played his hand, and he lost. He cannot touch us now. Still, I can't believe we beat him at his own game. If you know your enemy. Quite right. I should tell you, the trail went dead after Romania. Our team found no records of any kind. No name, nothing. I think they called me 47. That's not a name. So make it one. All right. Agent 47. Ух. Отлично. Так, ну что, прошли мы пролог, получается. Да, мы крутые, мы прошли пролог. Там теперь показывают Хитмана. Как, в общем-то, и всегда. Ничего особенного тут нет. Это, я так понимаю, трейлер, что ли? Миссия или что? Готовочка. Да, но это уже будет в следующей серии. Мы в этой серии прошли пролог. Мы молодцы. Да. Ух. Нифига. Так, я так понимаю, это можно пропустить? А, нет. You were always the best. Nobody ever came close. You defined the art, and it defines you. Your actions have changed the world. Men have fallen by your hand, but by the same token, others have risen. Do you realize what kind of world you've been shaping? Does the ICA? Does your handler? I live in that world. I have seen the consequences. I have felt the cost. That's what defines me. Ух. Эпичненько. Эпичненько. Так, ну что у нас загрузочка опять? Очередная. Я просто уже хочу... Agent 47 and Diana Burnwood are the world's top assassins, working for the ICA. Unknowingly, they have been hired by a shadow client to target a number of operatives of Providence, a secret organization working in the highest echelons of power.
Providence's controller, the Constant, approaches Diana and makes her a deal. Eliminate the Shadow Client and learn about 47's past. But when 47 discovers that the Shadow Client is Lucas Gray, his lost childhood friend, he and Diana switch sides to fulfill an old pact. Destroy Providence. Together, they manage to capture the Constant, forcing him to reveal the identities of the three Providence partners. Eliminate them, and the war would be over. However, the Constant has an ace up his sleeve. Итак, ну что? Все. Мы, собственно, прошли пролог, и на этом можно закончить нашу первую серию. Ну а с вами был Марк, и всем пока. Увидимся в следующих сериях.